Главная политическая новость дня. Президент России Владимир Путин провел сегодня традиционную большую пресс-конференцию. Она стала 9-й по счету для главы государства и самой представительной по числу участников. В Центре международной торговли собрались более 1300 журналистов, в их числе и съемочная группа телекомпании «Ахтуба». К сожалению, нашему корреспонденту Елене Лыковой задать свой вопрос президенту не удалось, но она поделилась с нами первыми впечатлениями от большой пресс-конференции. 9-я по счету пресс-конференция Владимира Путина не стала рекордной. Она длилась 4 часа 5 минут. Журналисты смогли задать президенту свыше 50 вопросов. Лейтмотивом нынешней встречи стали отношения с Украиной. Также из числа тем, которые запомнились и вызвали положительную реакцию и у журналистов, и у Владимира Путина, это знакомство со Сноуденом, вопрос о преемнике и проведение корпоративов. В ходе общения с журналистами Владимир Путин был весьма доброжелателен, много шутил и никого не прерывал, даже если вопрос слишком затягивался. Это, напротив, делали сами журналисты с помощью аплодисментов. Среди тем, подготовленных телекомпанией «Ахтуба», были вопросы, связанные с ЖКХ и оплатой за детские сады. Задать их к нам, к сожалению, не удалось, но и шанс был 1 к 1319. Именно столько представителей средств массовой информации было аккредитовано на сегодняшнюю пресс-конференцию Владимира Путина. Елена Лыкова, телекомпания «Ахтуба» из Москвы.